Муж и жена вечером в кровати. Милый, я всегда была уверена, но сейчас просто хочу услышать еще раз. Ты меня любишь? Сколько? $3600, милый. Эта сумочка из натуральной крокодиловой кожи. Тебе понравится. Ладно. Спустя пару минут. Зая, я тебе говорю, что люблю тебя. Что ты самая красивая, самая умная, неповторимая женщина на свете. Сколько? 2 дня, зай. Порыбачу и вернусь. Встретились два приятеля. Один у другого спрашивает. Как дела на личном фронте? Пошел в рукопашную. Сидит прапор на складе. Мух ловит. Словил муху с золотыми крыльями. Она ему говорит. Не убивай меня. Я выполню 3 твоих желания. Прапора аж подкинула. Так, первое. Хочу на море. И тут же он на пляже. Солнышко, волны, ветер. Второе. Хочу жену красавицу. Топ-модель. Глядь, а мечта его снов уже располагается на песочке у его ног. Третье. Ну и денег много, и ничего не делать. Бабах. И он опять на складе. Мух гоняет. Два цыгана общаются в метро. А ты видел, какие у мужика, который стоял рядом с нами? Часы? Не, покажи. Общаются два соседа. Народ нынче ничего не стесняется. На двери подъезда объявление повесили. Двери не закрывать, ждем проституток. Банный день в армии. Старшина с медсестрой стоят на входе. Медсестра осматривает солдат на предмет ушибов, воспаления и так далее. Рядовой Клячев, откатите, пожалуйста. Рядовой. А вы глаза закройте, а то я стесняюсь. Медсестра закрывает глаза. Открывает, а у солдата стояк. Старшина достает из кармана линейку и как даст ему по причинному месту. Рядовой, я не понял, что это у тебя за реакция? Не знаю, товарищ старшина. У меня своя голова, у него своя.